Всем привет, ребята! Я приветствую вас на своем канале Alina Love. Сегодня я снимаю вечер с Деборным Лямом. Скорее всего, я буду снимать это видео 2 дня, потому что надо достаточно уже поздно. И у меня, кстати, накрашены реснички. Я выключила свет, чтобы вам было лучше видно. У нас уже вот так вот темно. Сейчас я буду смывать реснички вот такой вот мицелляркой. От этой фирмы мне она очень нравится. Итак, ребят, вот что делает Лям. Он у меня играет, а рисует. Итак, ребята, вот что делает Лям, не обращайте внимания. Ну, какой-то бардак тут. Вот, он у меня рисует, это, например, бабочка, а это цветочек. Лям уже нарисовался, и сейчас я, наверное, буду его переодевать и кормить. Сегодня у нас, так сказать, не совсем обычный поильничек, видите? Поильник от Лаби. Слюнявчик, ложечка, которую я, кстати, полюбила, потому что она с лягушонком. И вот такое вот пюре фрутоняня с яблоком. Итак, ребятки, мы сегодня кушаем в моей любимой комнатке. Вот это пюрешка. Я думаю, Ляму она должна понравиться. Да он, в принципе, любит яблочко. Я не вижу причин, чтобы ему должно не понравиться. Видать, надеюсь, что это видео получится на 10 минут, 13. Я освободила себе память. На телефоне наконец-то поняла, как освобождать ее. Вот, если хотите, у кого тоже есть проблемы, то могу потом поделиться. А еще в конце видео поговорю с вами на проблему, там с инстой, что у вас вообще. Лям, давай сам уже. Вот, многие спрашивают, как Лям кушает в садике, если ты его кормишь. Лям умеет кушать сам, но просто кушает он как поросенок. И для видео мне удобно кормить его. Вот, надо перемешать, а то так Ляму не совсем вкусненько. Так, остальное, думаю, поедим за кадром. Итак, ребятки, смотрите, как Лям смешно сидит, он совсем неправильно сидит. Взял поильник, давай, пей, Лям. И одену я Ляму носочки желтенькие, наша кофточка. Все знают, это какой она фирмы, Киаби, на 3 месяца. Все, ребятки, я переодела Ляму, мы сейчас вот так с ним сидим. Сегодня, кстати, мультики смотреть не будем, потому что Лям посмотрел 2 мультика в обед с моей сестрой. Моя сестра просто эту неделю дома будет. Вот, сегодня, наверное, поиграем и почитаем книжечку. Будет такой достаточно интересный влог. Смотрите, какую книжку я достала. Нашла, точнее, букварь. Я по нему учила буквы с мамой. Наверное, у многих такой букварь. Ляму, конечно, рано его изучать, но просто посмотрим картиночки какие-нибудь. Мне, в принципе, нравится этот букварь. И извиняюсь за повторение звука, я дома не одна. Итак, извиняюсь за повторение звука, Ляму просто не совсем удобно сел. Сейчас будем рассматривать. Улитка. Да, смотри, Ляму, вот улитка. Смотри, какая красивая, да? Утюг. Утюг, смотри. У нас дома тоже есть утюг, да? Да. Улей. Да, смотри, вот. Утенок, да? Автобус. Ну-ка, посмотри, какой автобус. Вот, и на таком же, да, катаешься? Молодец. Так, Лям, покажи-ка мне домик. Вот домик, молодец. Машинка. Вот машинка. Ослик. Вот ослик. Умница. А где лиса? Вот лиса. Осанки. Вот. А это что? Это что такое? Самолет, да, Лям? Я сейчас... Вообще, кстати, мне понравилась идея с букварем, потому что там есть многие картинки, и они в красках. И можно учить потихоньку с Лямом слова, чтобы он начал говорить. Лям выбрал себе игрушки, выбрал мячик такой вот мягкий. А потом, господи, такие грызунок с Алиэкспресс, такого мишку, машинку и, знаете, развивашку. Это крышечка от крема, ее открывать, закрывать надо. Мы на самом деле с Лямом, ребят, так любим проводить время. То есть это все происходит за кадром, потому что при камере неудобно. Лям любит со мной играть. Вот, смотрите, кстати, вот штучка. Я с Ляму. И вообще, я считаю, что это очень правильно. Тигруля, да, смотри. Лям, давай посадим. Вот. Смотри, тигруля едет на машине. Оп, тигруля упал. Оп, возьми мячик. Оп, вот так.
принципе, вот так вот мы веселимся. Ну, а дальше мы уже поиграем за кадром, а потом Ляму надоест, и он поиграет сам. Итак, ребятки, сейчас Ляма, мы пойдем чистить зубки перед сном. Посмотрите на это чудо. Маленькое чудо. Это, если что, мой кот. Итак, ребята, извиняюсь за посторонние звуки. Вот, и сейчас я буду укладывать Ляма спать. Ну, в общем, Лям вроде бы там пытается сам уснуть. У нас все-таки самозасыпание. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Последнее время Лям очень плохо сам спит. Он постоянно хочет, чтобы я его как-то понянчила. И только после этого он засыпает. Я не знаю, почему с чем это связано. Надо, не знаю, сходить, может быть, к врачу нам. Кстати, ребятки, вот Лям вроде бы уснул. Микки Маус стал в последнее время любимой игрушкой Ляма. Лям достаточно быстро уснул. Я его укачала. Так, сосочку он выплюнул. Давайте заберем. Все, вот так вот он, мой милаш-крепыш, спит. А, кстати, я хотела сказать, поговорить про VPN и Instagram. Я не знаю, правильно VPN или VPN, я не знаю, как правильно назвать, поэтому извиняюсь меня. Если что, в Москве и в Московской области, например, у меня и у моей сестры, и у моих знакомых, Instagram уже не работает. Нет, туда можно заходить, но либо пишет, что плохое соединение к интернету, либо не удается открыть страницу. Если найти VPN, включить VPN, то получается все работает, поэтому... Пока держимся. А еще хотят закрыть YouTube, ребят. Но я надеюсь, VPN тоже будет работать. Если что, для меня, ну, лучшая VPN, у меня просто было их много, это 4 единицы. В принципе, оно прикольное. Ну что ж, ребятки, Лям наконец-то уснул. Сегодня он как-то не особо хотел спать. Ну, он всегда так ночью ложится. В принципе, не обращаем на это внимания. Следующее видео выйдет в пятницу. Ой. В какую пятницу? Следующее видео выйдет в понедельник. Только я не знаю, будет ли оно с Лямом, может быть, еще с кое с кем. Видео в понедельник не вышло, потому что у меня очень сильно болела голова. У меня постоянно она стала болеть, поэтому скоро я пойду к врачу, да. Ну, в общем, если вам нравится, то ставьте лайк. Я старалась снять длинное видео для вас. Я вас всех люблю. Давайте наберем 30-40 просмотров, 5 лайков и 50 подписчиков, пожалуйста. Всем пока!